После успешной сдачи сессии и перед долгожданной поездкой в Украину мы с девчонками решили сделать небольшое путешествие по Словакии. Первый город, который мы захотели посетить, был Тренчин. Находится этот город недалеко от столицы Словакии, Братиславы, и недалеко от границы с Чехией. Добираться до Тренчина мы решили поездами, ведь проезд для студентов в Словакии бесплатный. С Банской Быстрицы до Тренчина поездка занимает 3 часа с пересадкой в городе Врутки. Билет на проезд можно купить в кассе или онлайн через приложение «Идемы влаком». Билет печатать не обязательно, кондуктору достаточно отсканировать штрих-код с вашего телефона и нужно предъявить айсик, подтверждающий, что вы студент. Короче, мы сели не на тот поезд и приехали вообще не в тот город. В это время мы уже должны были быть в Тренчине, но мы в каком-то Роженберге и купили опять билеты на поезд, причем они получились у нас не бесплатные, потому что было очень много пассажиров и не хватало бесплатных мест, поэтому мы купили за 3,33 евро. Ну ладно, зато мы посетили не два города, а уже три. Это Врутки, как он говорит, Роженберг и будут еще Тренчин, я надеюсь. Зато тут ничего так. Приехали, и я встретила свою любимую подписчицу в Ютубе. Она нашла меня в Ютубе, теперь это моя подружка Настя. А это Лиза. И мы идем в замок. Да, наконец-то. Но прежде чем мы поднялись к замку, мы вернулись в центр города, чтобы пройтись по улочкам Тренчина, посмотреть на достопримечательности и, конечно же, сделать фото. Красивый. В Словакии в это время была дикая жара. Днем было примерно 32 градуса по Цельсию. Но это не мешало нам наслаждаться прогулкой по красивому городу. Достопримечательностью Тренчина есть вот такой фонтан с интересным названием «Водник». Гуляя по центру Тренчина, я нашла для себя мою любовь – это пианино. Сильно голодные, так что мы идем кушать, есть пиццу Уна, а потом будем фоткать красиво. Наевшись, мы пошли сбрасывать наши калории, поднимаясь к замку. Поднимаясь по красивой улочке, мы сделали много фоток, но наверху нас ждал невероятный вид на город. It's so easy to adore you. It's so easy to ignite. Рядом со смотровой площадкой также был лесной парк, куда мы решили сходить. Там тоже открывался красивый вид на город, где мы сделали красивые фотографии. Но по лесному парку мы решили не гулять, так как там могли быть комары и всякие другие. Мы поднялись на Тренчинский град, и тут очень красивый вид открывается. Вот. Вы уже, наверное, видели перед этим влоги, тут безумно красиво, поэтому все, кто бывает в Словакии, приедьте сюда, потратьте все свои деньги, но приедьте сюда, здесь очень красиво. На этот раз я уже села на все правильные поезда, приехала вовремя. Настя меня встретила в своем маленьком курортном городке, где она живет. Называется он Тренчанский теплица. А потом мы поехали дальше гулять. Моя подруга блогер. Beautiful.
день подошел к концу, мы уже собираемся идти на автобус. Погуляли сегодня намного лучше, чем вчера, потому что не было так жарко. Я приехала вечером, мы никуда не спешим. Посидели, покушали очень вкусно, очень познакомились с классной девочкой, с официанткой. Она из Украины, пообщались. Очень милая, умная девочка. У нее очень классный словацкий акцент за счет того, что у нее парень словак, и плюс она работает официанткой в кафе. Но она приехала только сюда в сентябре, то есть она здесь живет год. И у нее такой прекрасный акцент, и она очень прекрасно разговаривает по-словацки, прям как словачка. А я тут 2,5, и уже забыла чуть-чуть словацки. Идем на свадьбу! Капец, там жаба! Ого, такая попрыгала! Где? Ну все, ты ее не увидишь, она в траву забежала. Там такая мездорая. Ну все. Мы сейчас идем домой, сейчас будем кушать, посмотрим какой-нибудь фильм. Вот. И будем уже с вами прощаться до завтра. За день до вылета в Украину мы решили с Настей съездить еще погулять в Жилино, помимо Тренчина. Хотим прогуляться, посмотреть, что там да как. Сделали только что тест на ковид, у нас негативный тест, нам нужен для перелета в Украину на английском языке. В 4 утра мы выезжаем уже в Братиславу, а с Братиславы у нас самолет в 7:30. И уже по украинскому времени мы где-то в 11 будем в Киеве. Я год не была уже дома, я так по всем соскучилась. Билет на самолет с Братиславы до Киева мне обошелся вообще в 5 евро. Я купила его за месяц до вылета. Это очень дешево, потому что перевозчиками, например, ехать, это обойдется где-то в 70 евро. И очень долго, во-первых, будет неудобно, некомфортно, жарко. Сейчас лето, у нас 30 градусов тепла, так что самолет — это самое лучшее, что можно было придумать. Мы уже едем в поезде. Вот. Уже через 20 минут мы будем в Жилино. Она опаздывает? Нет. Вот это да, авто, поезд не опаздывает. Кстати, сегодня ничего не опаздывает, даже Татран не опаздывает. Сегодня необычный день. Татран, на котором вы ездили, я хотела подумать. Сегодня необычный день, потому что сегодня воскресенье, выходной, поэтому ничего не опаздывает. У нас это в Украине работает наоборот. Все здесь воскресенье отдыхают, поэтому мало людей в поезде. И очень мало что работает в воскресенье. Спасибо. Таша, выходим тут. Пошли купаться. Мы в Жилино, ребята. Первое впечатление о Жилино у нас не очень, потому что мы проехали недавно какие-то просто заброшенные сараи какие-то. Мы где? Мы уже в Жилине. Кого купить? ТикТок. Какое красивое фото! Блин, я себе такое хочу. Мы не в село приехали. Simple, да. Квиточка. Те вот, которые переворачиваются, с одной стороны злится, с другой улыбается. Вот это да. Вот это да. Видели, что в Словакии продают? А вы говорите село. Нет. Словакия очень даже красивый город. Не, я, если честно, не шучу. Там реально тут красиво. У нас красиво. А у вас не очень. Это ты про кому говоришь? Хочешь на? Для картошки. Потому что у меня осталось. Я думаю, я его не съем. Давай.
Дайсом, который мы заслужили. Водная стена. Tyto kroky sa môžu líšiť od lietadla vektorom smer v minulosti letia našemu východu. Východný sú umiestnené na lomocné lietadla vpredu, v strede a na konci kamy alebo východ. Teraz sa prosím ubezpečte, že vaše pásy sú utiahnuté. I wanna try to show you.